Друзья мои, да, мы встретили на просторах Инстаграма, подписана наша программа, да и представители этой организации бывают часто в нашем эфире. Ковчег Надежды, они помогают животным, и теперь требуется помощь и им. Дело в том, что в последнем посте Ковчега Надежды написана громкая такая фраза: «Мы банкроты, последнее сбережение пришлось отдать на мясо, и все, больше нет ни на что». Но оставить голодными своих подопечных не могли. Скоро придет счет за электроэнергию. Помимо этого, откачка септика, оплата работников, передержек, клиники, реабилитации и прочее. Еще на носу зима, сейчас холодает, и что делать, не знает никто. Статей расхода очень много. Понятно, что заботиться о питомцах, у которых нет дома и нет других людей, которые смогли бы обеспечить им тепло, еду и уход, просто некому. Есть люди, которые этим занимаются, но им тоже нужна помощь, чтобы они могли вот это тепло отдавать животным. Нам нужно тоже с вами им хоть как-то помогать, хоть с какой-то статьей этих расходов, хоть какую-то сферу. Если один человек закрывает, уже ребятам становится намного легче. Чтобы было вам понятнее, одна невыпитая вами чашка кофе может стать решающей для этой организации и для конкретного животного. Да, эти ребята действительно ценят любую помощь. И я с ними разговаривала, у них даже те пожертвования, которые приходят, ну, это действительно кто сколько может. Там есть пожертвования 50 рублей, 150 рублей, самые маленькие суммы, но от них зависят жизни маленьких питомцев, маленьких четвероногих. На вашем экране номер телефона Татьяны, по которому можно сделать перевод на карту Сбербанка. Также вы эти реквизиты найдете у них в социальных сетях, в Инстаграме, ВКонтакте, заходите в Ковчег Надежды, там все привязано к этому номеру в основном, поэтому 50, 10, 100 рублей, что-нибудь, помогите животным, им нужна действительно сейчас эта поддержка.